У нас новый ЛТ или этот же дебил? Бат, короче, вот, нет, другой. Бат вот сюда, только недалеко, пожалуйста, вот Другой сюда не дебил. заходи. Тихо. Короче, сюда. Я стою на... А был бы, то есть, 21-й свободный, ты бы его взял, да? Был бы, может быть, взял бы, блядь. То есть, ты любишь все 21-е брать? Почему 21-й взять, блядь? Если был бы, ну, если был бы, взял бы ее. Я тебе... А это, у меня подружка есть, у нее ник был, пилотка. Я любил с ней играть. Это как получается? Я играю с пилоткой, да? Ну, у нас в клане, короче, есть пилот. 12 тонн, ты здесь? Тут, а мой дорогой. Как ты определил, что я? Я услышал твой разговор-то. Санёк, привет. Правая сторона, сплошной просвет. Саня, бро, вечер, доброй удачи тебе в пробе. Вас это хорошо. Так, там негде спрятаться. А мы зачем, Миша, не прячемся? А, ну ты еще не в курсе, ты, видимо, новенький, как бы. Мы не прячемся ни от кого вообще. Я все не прячусь, ну здесь просто... У нас команда называется, команда называется, братан, у нас Антисекун, короче, называется, вот так. Понял, да, как бы, ну, намек-то понял? Это тот же самый... Так, если я здесь встану. Тот же самый Секун, только... А? Слышишь, что говорю? Тебе достаточно будет, если я здесь встану? Окуенно встал ты там. Да-да. Пока еще никто не видит. Я уже получил шоты. А, пятидесятника, блядь, Шкода перевернулся, он перевернулся ее. Они проходят. Уходи, 12 тонн. Они на тебя сейчас они пойдут. Они меня не видят. Я без засвета стою. Я ж говорю, у нас команда антисекунда. Я засветился, блядь. Все, беги оттуда, красава. 43-й вот у нас маленько не слушает никого. Предлагаю ему порку устроить. Порку показательную устроим, нет. Так, все, сейчас перезаряжайся и опять. Сзади встань, просто встань. Не уходи туда, обратно, сзади, назад. Блять, защёк. Я это, отодрал его. Попу отодрал. Красиво, сразу. Красиво. Вот шотного сперва берите. Есть, сэр. А, я командую, ты чё разорался? Я же КВ-2 на вас, ребята, убегите. Видели я, как в Матрице? О, на КД, КВ-2 на КД. Да, слышу, прием. Серег, ты зайди ему в жопу, они вот двое, в жопу зайди ему. Сейчас зайдем, ты что переживаешь-то? Я вижу, что я знаю. Каску возьми, не забудь. Каску возьми. Каску возьми. Я гандончик лучше возьму, блядь. Не, каску бери. Гандончик. Или что мы проиграем, я же говорю, у нас команда антисекун называется. Такое ощущение, игнорировали мой засвет вообще все, блядь. Я вообще по твоему засвету принципиально не стрелял. Понял. А 31 это что у тебя? Отверстие? Иди, слышишь, что знаешь со своим отверстием. Понял, да? Да все. Дверной проем. Это может быть размер, блядь. Размер чего? Обуви? Диаметр, блядь. Размер, блядь. Диаметр? Напасть на кого? Нет, да, если капитан говорит, берите, значит берите, хоть куда, хоть в рот, хоть куда вообще, самое главное, берите и все. Правильно, капитан? Правильно я сказал? Да. Они в жопу их туда и будут, нахуй. Куда тебе больше нравится? Погляди, куда разворачиваться, туда разворачиваться, там и будут, туда разворачиваться. Деда, тебе куда больше нравится? Два в парадный, один в шоколадный. Ко мне про этот едет. А ты куда хочешь? Я конкретно вообще никуда не хочу. По работе, на переговорах были директора нам, ну в общем, компания. Кем работаешь? Кем работаешь? Хочет. В сфере таможни транспорта. Условия работы. А, это ты мне на Алиэкспрессе посылки не пропускаешь, да? Не ты, да, мои посылочки тормозишь там? Может.
Не, я просто заказал себе эту резиновую даму, и она у меня уже, короче, на таможне. На таможне уже это. На таможне уже 2 месяца, короче, тусуется. Я вот на таможне уже, я думаю, что ее там таможенники ее лозят, короче, эту мою резиновую даму. Так что там у тебя? Резиновую бабу задержала таможня, да? Ну. Че, поможешь решить проблему? Проблема. Интерес проявился или что? А ты на какой таможне-то? У каждого своя. Не, ну у меня просто во Владике, как бы, там ее лозят-то, походу. Да, нормально, нормально, не парься. Сейчас не, я вообще за это очень сильно переживаю, вот когда, как бы, ну, я даже в рандоме захожу, когда... Сейчас, ну, я доскажу, ну, хорошо, давай. Давай, вот сюда, короче, арцер. Я могу тоже слева поехать. Давай, там... Я с Раки еду, да? Ты, блин. Не, я могу вообще слева поехать. Не, не, давай мы уже с тобой сдружимся, как бы, это... Тебя как зовут? Я как бы Вован. А, Вован, нифига себе, тёзка что ли? Меня Серёга... Блин, Раки, ты чё не со мной-то? Я с тобой, брат, ты чё? Я первую плюху, смотри, сейчас дам. Я понял. В ангар мне дашь. Где он, да куда ты-то? У тебя вообще позиция пуловая. А я ж тебе говорю, с левой стороны надо было ехать. Чё мы направо поехали? А, ладно, кто командир у нас? А ты чё не поехал, Раки? Тихо-тихо-тихо. Там Суприм стоит, всё нормально. А 100 тысяч. Раки. Сама встречай. Лёва. Там, короче, скорпы на полке стоят. Если вы знаете, про что я. А, сейчас, я понял, где. О, всё нормально. Один кто-то там плюху получил. Так, капец, у тебя микрофон. Такое ощущение, будто ты в этом, в скором поезде Москва-Питер, короче, играешь сейчас. При да том, что на улице голову вытащил вместе с мундуком. А чё, Лёв, так вас там четверо, ё-моё, можно уже вкатывать. Аккуратно, Сэма. Ребята, Сэма, помогите, убивает. Блин, убил, говорю, убивает, не успел. Я тебе помогал, братан. Я вижу. Держусь, гусь, держусь. Суприм, 44-ку, давай. А, ты уже стрелялся. Смотри, там еще Каен, смотри, Каена. Секунда, давай, красота. Блин, 44-ка, ты горишь. Бля. 44-ка у нас горел просто так. Ну. Огнетушитель надо возить с тобой. У меня этот, боновая стоит. О, ну, в смысле, ты понял, что? Топ-паёк. Да я понял. Уходи, Скорп, есть, тянись, уходи, ну и нафиг. Там стоит где-то у тебя Скорпион второй. Он тоже желтый. Блин, за команду. Я их знать не знаю. Ну ты не выходи на него, потому что он тебя запи***. Я парня подвел, короче, вот. Да нормально, сейчас ребята раскатают. Добей его. ЛТ, убивай, ЛТ. ПВ. Красавчик, троечка, надо правее стрелять. Не левее, там ТВП, ну и нафиг его. Левее. Ой, красавцы, вообще молодцы. Давай. Скайся, я вам говорил, где Скорпион стоит, а вы там сидите. Третья, как ты так это, только тебе... У тебя же 2 метки на стволе. Чини дуло. Кому-то дуло. Да вон ремки нету, он у третьего нашего. А так-то он это самое заблокировал. Да нафига? ТВП сбил. О, вот и все, ребят. То, что я отыщу... О, кто горит? Да ё-моё, ребят, огнетушители берите. Огнетушитель дорого. Блядь, 20 всего лишь на все. Вы играете в укрепах. Нафиг вам эта самая фигня остальная. В смысле? А доп поёк? А доп поёк? Я не обзывался. Ребят, давайте не будем. Долбоёк, не долбоёк. Доп поёк! Алло, доп поёк! Долбоёк, да. Доп поёк, я понял. Давай, тройка, чини дуло, или так ты его убьёшь, да?
Захват. Да, Скорпион, вот он, прямо сейчас тройка выйдет, заберет. Хватит, Ангар, да ты можешь немножко поменьше? Да не, пусть говорит, видно же, что он бухой. Так, ты сдох, братан, давай не это самое. Так и ты сдох так-то тоже. Господи. Ты же тоже сдох. Да тройка, я сдох, так ради вас я сдох. Ну так я мы успел тут... там 1200 успел накидать. Красак, молодец, без дула завалил. Ты сегодня нормально прибухал, так не? Меня сегодня жена Грян, просто взяла и... Раки так нормально подбухал, да? Да я и накидать успел чуть-чуть. И накидался. Я еще не накидался, я только накидываюсь. А, в процессе. Там бабуля, как, да, у тебя? Бабуля подошла, да? Да. Как накидать, как зовут? Как зовут тебя, братан? Баба Валя. Да я говорил тебе, Вова. Спасибо. Я тоже, у меня сегодня это, день рождения, если что, как бы это. И поздравляю, это. Спасибо, братан, спасибо. Сейчас, подожди, твой голос. Я до этого чей голос был. Братан, ну тут я тебя поздравляю с души, давай будем дамажить и конкретно будем хуячить всех подряд, братан. Ты че, коки зажал? Да и до этого, в принципе, ничего было. Но, как бы там ты вроде кокушки, да, придавил чуть-чуть. Да у меня, короче, здесь станция стоит, ГРЭС называется, и тут две трубы. Я как-то между ними застрял и, понимаешь, вот придавил. И играешь там. И просто, чтобы ты как бы со скуки не умер, тебе туда ноутбук поднесли с интернетом. Ты вот прям вот с зажатыми кокушками там сидишь и играешь, да? Не, братан, ноутбук у тебя, у меня компьютер стационарный, у меня охерительный, стоит, блин, ну, до хера. Сколько до хера? Короче, смотри, вот давай я пиндеть не буду, давай. Мало ли, вдруг ты подъедешь ко мне. Посмотри. Я подъеду, прям хоть сейчас подъеду. Мои токи 65 тысяч стоит, хорошо? Че, это че, много что? Завалиться, блядь. Потом будете же, давай. Серега, здорово. Давай, акцент вот здесь. Все ушли сюда. Фавро, мы с тобой вот здесь играем. Вдвоем. Один СП, кто-нибудь... 5000 стоит, хорошо? Это что, много что? Завалите, блядь. Потом будете же, давай. Серега, здорово. Это вот, раки. Давай. Я думаю, что да, это буду я. Ну, так ты алкаш потом. Блин, тогда на ёбров надо уже... Монитор за 65 тысяч, это что ты за говно взял такой? Что это за шманский? Круглый такой, знаешь, раздвигаешь ноги, и он сразу яйца зажимает. И тор? У тебя чё все с этими, с яйцами связано? А нахрена он туда уехал? Здесь, их двое. Да ладно. Ты залез сюда, блядь, внутрь, блядь. Мне надо было вот здесь подсвечивать и все. Здесь три, подожди, там далеко не упару. Ребят, вот что спуститься? Спустился нормально? Да не, я нормально спустился. Зато монитор у тебя круглый, короче. Зато монитор круглый у тебя. ФВ. Подъедь, пожалуйста. Я тебя понял. Вот когда я вам светил, вы не летели, а вот сейчас вот, ну, пипец, летите. Забери. Пацана на мясо пустили. Да, Суприм, ну можно уже не сдать. Там ФВ заберет одного, а ты уже тогда вот этого жди. Сведи, давай, братан, давай его, всади ему плюху. Ой, красава, ой, все, ФВ забирай. Или таран. Нормально, таран. А, все, заберешь, красавчик. А, ты-то че? ФВ, забери его, ФВ, забери. ФВ, прямо, иди на него. Ай, все, молодцы. Уже минус. Так мне сразу сказали туда ехать. Я вам подтвердил, я говорю, встречайте ёбриков. Я засветил два ёбрика. Дал одному, потом. А я должен откатываться? Да, конечно, нам. Конечно, нечего пить было вообще сегодня. Думай головой хотя бы. Да надо бухать. Если вы туда меня посылаете, вы же видите. ФВ, едь, помоги. Сейчас Суприм первого встретит, а потом ты поможешь ему двоих забрать остальных. Да.
А ты, у тебя монитор зато круглый. Слушай, слушай, я потом тебе про монитор расскажу, не переживай. Сейчас рассказываю. А, ты тоже уже доумер, я тебя понял. Слушай, дружище, ну я тебе рассказываю. Монитор круглый такой. Развернись, Суприм, развернись, уже сзади поехали. Ладно, фиксим, в рот его ебать. 44-ка, рассказываю. Монитор, ну да, такой круглый. Более-менее такой, за 65 тысяч купил. Ну как нахера? Нахера он круглый чтобы вообще? А я говорил, Не, сейчас Суприм, сейчас тебя уже впереди придет прототайп хуять. Или кто он там? Не прототайп, а тайп. Не, все, прот уже здесь. Да ребята сейчас справят. Ну как кто? Прот он, а кто? 25 прот. Там пилот написано. Ой, да пофиг на этого пилота, если он петух. Если он прот. Значит он прот. Завали. Сейчас ПВХ разделает обоих. Да нормально, нормально, поехали, поехали. Костяк, костяк, да, Суприм. Да обоих он заберет, что тут ты, все нормально. Это же, блин, ПВ. Он промазал, у него КД, 3 секунды КД. Хорош. Хорош, это я затащил. Нет, это ФВ затащило. А, ну ладно, ты. Я просто думал, как бы я, ну, тогда компьютер-то сколько стоит? Ну, если монитор 65 тысяч, сколько? Ну, у тебя, может, 10, ПВМ еще, знаешь, там, бип-бип-бип-бип-бип-бип, вот так. Что делает, сколько стоит? 10 тысяч, 10. 10 тысяч, бип-бип-бип делает, да? Да, да, ну, как ты умеешь. Как... Ну, я сейчас спрошу его, бип-бип-бип, сколько ты делаешь? Я так думаю, тебя здесь держат ради того, что ты, как бы, как радио трендишь, да? Ну, знаешь, я сейчас, я потом тебе скажу об этом. Ну, магнитола, короче. Магнитола. Давайте будем называть его просто магнитола. Ой, а мне короче, пофиг на твой монитор. Ты смотри, мне чё пристал со своим монитором? Мне вообще срать на твой круглый монитор. Рот закрой, сейчас Кэп скажет и поедем. ПВ красавчик. Красавчик ПВ, давай, я в тебя верю. Братан, в тебя только верю. Ебало ты свое бы завалил, братан, и раскрутил бы меня потом в другую сторону. Да ты достал орать, короче. Давай уже играть, а не... Позлать тут. А он меня развернул, ребят. Что я могу сделать? Да уже не бахнем. Я вижу, что ты бахнул. Я... Радио. Прекращай давай нам. Рикошет я по 44-ке даю. С голды нормальная тема. Короче, о, я один здесь. Нам. Поехали. Что, сейчас мы заберем. Там эти, там про гетто отстреливает. Блин, 44-ка, я тебе отвечаю, в следующем бою я тебя сам подрежу, а, свою пяточку тебе подставлю, и чтоб ты пуловый остался, понял? Слышите, пацаны, дайте поиграть там. А, 44, все, я на тебе сижу, подожди. Ты с двумя стволами, да, с двумя метками? С одной. А кто тебе дал? Кто тебе дал две метки? Не-не-не, я на нем сижу, понимаешь? Он... Давай, братан, давай, назад. Да я понял, а ты меня не бесишь? Я еду прямо на горку, нахер ты меня подрезаешь, блядь, разворачиваешь. Что она делает? Спасибо. Она разворачивается. Да, ну вот я и пососал, вместе с тобой. Братан, мы, короче, с тобой так пососали, что в следующем бою я тебе отвечаю, если ты мне хоть раз подрежешь еще, я места не нашли. Я понял. Да. Я посижу в ангаре, хорошо. Не, ребят, следующий бой... Блядь, мы два боя вытащили, нормально, все отстреляли, все охуительно, блядь. Нет, 44-ка начинает... Я же тоже 44-ка. Ну так вот, из-за тебя все и слили. Но у нас Суприм по-любому затащит, как бы там ни было. Ну и все, тут остались три шотных танка. Да, красавчик. А вообще-то я с тобой должен был тоже туда ехать и умирать там вместе с тобой. Нефиг разворачивать. А так бы мы сейчас затащили. Бля, может у тебя сзади вид лучше, нахуй. Вот поэтому я тебя разверну. 44-ка, что ты такой, скандальный? Что ты с Кэпом споришь? Я вообще, просто спросить. Ты просто спрашиваешь уже здесь 5 минут, блин. Заткнись, потом с тобой поговорим. После потому боя. Что я знаю, что они туда поехали, все равно. 2-3 танка. Они 1200 натанковал, блин, повезло пацану, блин. Он сейчас тут спорит, блин, с Кэпом. Мы с бою, блин.
В этом бою я ничего не сделал. Когда ну а что ты тогда пухтишь вообще? Я еду направо. А, все, да? То есть я ничего не сделал, все, я гандон. Тут... Хорошо, да. Посмотри, тогда 4 боя. Да, ты просто как бы этот. С Новым годом тебя вешают на тебя гирлянды, там что-то. А такое, я на тебя болт вешаю. Ну, болт, тогда, болт. Я, так, я ну, тогда, болт. Знаешь, что на тебя повешу, братан? Ну, гирлянды что, ты сказал ты, уже. 5... Нет, ну подожди. Ну, я шарики, болт. Не надо шариком, не надо. Обойдемся гирляндой. Сторону, чё? Двумя стволами. Стволами, да, два у меня на 44. Сейчас смотри, если ты еще просто рюмаху тяпнешь, и у тебя будут 3 ствола, короче. Это и серьезно будет. Я понял, все, я, братан, молчу, все. Ты меня забрал, короче, по полной системе, блин. Ну, то есть тебе понравилось? Если что, запиши мой ник, запиши ник. Это, баба, короче, от меня ушла, не хочешь мне помочь? Братан, я прям сразу признаюсь, люди. Помочь? Давай помогу, что приду, чехвостик тебе, короче. Ну так приди. Куда идти, куда? Куда идти-то? А чехвости, да. А чехвости, пласканками нам приду просто. Палкой. Не, я просто как бы к командиру всегда уважительно отношусь. Командир всегда это. Командир всегда вообще во главе, как бы. Остальные там шушера, как бы вот это, да. А командиру я всегда с именем отчества. Шелупой.